как снять тревожность. Тревожность нужно снимать на трех уровнях. И вот не перепутайте, пожалуйста, порядок. Вот он здесь важен. Обычно люди начинают с головы, что мне нужно сделать, куда мне нужно пойти. Но там только вот, значит, генератор этой тревожности, собственно, стоит, который генерирует нам какую-то механическую мысль, жвачки, действия какие-то, которые не приводят к результату. От того, что я думаю о том, что мне нужно с этим сделать, не работает. Но как будет на самом деле работать? Начинаем с тела. С тела. Когда мы тревожимся, понятное дело, что мозг выделяет адреналин, норадреналин, глюкозу. У нас появляется много энергии, от этого появляется суета. Хотим на кого-то выплеснуть. Ты не там сидишь, не там стоишь, не то делаешь, не туда ходишь, не предупредил, не позвонил. Почему? Потому что нам нужно избыток куда-то деть, чтобы нас не порвало изнутри. И наше тело нашпиговано этими гормонами, и от них нужно избавиться. Как от них избавляются? При помощи быстрой интенсивной зарядки, которая длится до 3 минут. То бишь это прыгание на скакалке, это дважды постоять в планке по 1,5 минуты, это 100 прыжков вот с такой интенсивностью. Очень быстро, невысоких, прыжки вот такие. Вот так вот, 100. И через это мы уберем лишние гормоны из тела. И уже нам станет немножко легче. Мы уберем эту суету, уйдут гормоны, хорошо. Более того, вот первый шаг был тело. Мы начинаем с тела, убираем лишние гормоны из нашего тела, которые вот эту тревогу просто генерируют, да, и нашу суетливость. Второе, что нужно, улучшить эмоции. Но если вы действительно сделали крутую зарядку, попрыгали на скакалке, там постояли в планке, поотжимались, попрыгали, если вы можете прыгать, поприседали, что происходит с вашими эмоциями? Они тоже улучшаются. Почему? Ну, потому что пока вы там прыгали, отжимались, стояли в планке, происходит следующее. Ваш мозг учащается дыхание, попадает больше кислорода в ваш организм, кровь разносит быстрее его по всем клеткам, клетки такие: ура! Наконец-то у нас не дефицит, наконец-то мы можем нормально свою работу выполнять. И на общем фоне буквально через минуту-полторы вы вдруг начинаете ни с того ни с сего улыбаться, и вы эмоционально хорошо себя чувствуете, и день уже выглядит как-то по-другому. И вот мы сделали первый шаг тела, расслабили свое тело, сняли лишнее напряжение, получили улучшенные эмоции. Следующий шаг, который мы делаем, это мы садимся и думаем вот в этом уже хорошем направлении, что я могу сделать, что меня на самом деле тревожит. Берем лист бумаги, выписываем то, что нас тревожит, и думаем, как нам на это реагировать. Может пойти куда-то поучиться чему-то, если я там молодая мама, и я не знаю, и переживаю за своего маленького ребенка, это мой первый опыт жизни. Может пойти куда-то поучиться, ну, чтобы снять вот эту тревожность. Если я там боюсь водить машину, может мне пора поездить немножечко больше за рулем с инструктором, может поменять локацию, не там только на стоянке, знаете, где машины ставят поездить, а выехать на какие-то улицы, получить новый опыт и понять, что я и это могу преодолеть в своей жизни. То бишь нам нужно сформулировать план, как нам работать с тем, что нас тревожит. А для этого нужно узнать, что нас тревожит. И это прям очень важно. В хорошем настроении садимся, пишем планчик и думаем, как это реализовывать. Ну и третья штука, которую я хочу сказать. Это про здесь и сейчас. А нам еще нужно вообще снизить уровень тревожности в жизни, чтобы в нашей емкости принятия событий, которые вокруг нас происходят, была вот такая вот огромная, чтобы нас не вышибало на каждом шагу, направо и налево. Поэтому нам нужно позаботиться о том, что было наперед. А что, помним, тело должно быть хорошо расслаблено, ум должен быть расслаблен, с эмоциями должно быть в порядке, поэтому смотрим много комедий, стендапов. Это расслабляет тело, ум и эмоции. Каждый день, как доктор прописал. И это создает хороший фон будущее такого большего спокойствия. Делаем зарядку каждый день, которая позволяет нашему телу получать нужное количество кислорода, правильно функционировать. Мозг лучше работает, потому что насыщается лучше, тело лучше работает, мы чувствуем себя лучше, а значит, в состоянии, когда мне хорошо, мы меньше тревожимся. И на будущее это очень хорошо работает. Еще можно сюда, конечно, включить улучшение своей жизни. Нас что-то радует, у нас есть какие-то хобби или были, их нужно вернуть в нашу жизнь. Потихонечку насыщать свой день радостью. Для кого-то это цветы в вазе на стол поставить, а для кого-то это обуть кроссовки и выйти на пробежку. И часто мы себя оправдываем, что нет, это сейчас не важно делать, важно, наверное, какие-то дела переделать, а важно как раз делать то, что вас радует и то, что вас вдохновляет, потому что это здесь и сейчас будет работать и на будущее даст еще запас вот этой прочности выдержать все те перипетии, которые сыплются на нас в этой жизни и адекватно на них реагировать. В общем, на эту тему можно говорить много. Пишите, пожалуйста, свои комментарии под этим видео, задавайте вопросы, рассказывайте какие-то свои
свои истории о тревожности, а я буду давать короткие видеоответы на самые интересные вопросы, чтобы раскрыть эту тему более полно.